Требования должны быть сопряжены с интересами людей, которые для вас важны. То есть в вашей жизни есть люди, которые вам не безразличны по каким-то причинам. Дружеским, любовным, человеческим, вашей внутренней как бы обязанности, благодарности там, и так далее. Вот. И как бы мотивируете себя что-то делать для того, чтобы этим людям становилось лучше, потому что вы им благодарны, потому что они для вас важны, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это такие, на мой взгляд, естественные требования, вот, которые сами собой будут реализовываться, если вы будете осознавать вот эту ценность этих людей для вас.